Уважаемые друзья, здравствуйте! Вы находитесь на канале питомника «Хвойные дворики». С вами Евгений Филимонов. Сегодня у нас на обзоре сосна крымская. Вот такая вот сосна сформированная. Я хотел вам специально показать, что можно сделать с сосной крымской. И вообще с любой сосной, в принципе, не проблема сделать. Сосна крымская отличается от обыкновенной. Ну, это подвид черной сосны, сразу хочу сказать. Сосна крымская отличается от сосны обыкновенной иголкой. Ну, эта сосна чуть-чуть, она... В этом году очень жарко было, поэтому иголка не такая пышная. Сейчас я покажу вам сосну, где там. Но это тоже крымская, она довольно... Это формировано, ей 10 лет. Ее ровесники примерно уже в метрах 6, наверное. А это формировал я, и вот такая вот она получилась. Прекрасный, как бы, экземпляр. Ну... Довольно вы тоже можете дорастить до определенного возраста и сформировать себе тоже. Общипывается она буквально 5 минут. У меня много видео по прищипке сосны. То есть вам это проблемы и труда не составит. Приживается тоже хорошо. Я держу их в таком росте, не выше, они не поднимаются. Я общипываю, где-то ветки обрезаю. Поэтому она довольно декоративно смотрится и красиво. Уважаемые друзья, ну вот, она здесь более-менее, так видно, что иголка длинная. Это сосна крымская, тоже формированная, тоже довольно долго уже растет у нас. Ну, тоже 10 лет, как и той. Так что заказывайте, формируйте и делайте у себя на участке прекрасные растения. Ну, крымская, конечно, декоративнее, обыкновенная смотрится, она более такая, иголка длинная, она более пышная. Вы могли видеть, вот в большом дереве она растет довольно быстро. Ну, сначала она, конечно, дает там побег 10 сантиметров, а затем она дает там до 40 сантиметров побеги. Ну, вот такая вот сосна, если ее отпустить в рост, она довольно-таки высоко растет. Вот у соседа растет она, ей, наверное, лет 15. Лет 15. Ну, можно удерживать, конечно, в росте. Можно так отпустить. Такая тоже красивая, и кто там где-то собрался что-то притянить, отпускайте ее, пусть растет и будет довольно красиво. Ну вот это, к примеру, четырехлетка. Вот ее побег прошлогодний. Вернее, в этом году был. Ну вот весной он пошел. А до этого были маленькие побеги. До этого она дала совсем чуть-чуть. То есть можно видеть, ну, сантиметров. То есть двухлетний сенец садите. Через 2 года у вас примерно вот такая вот. Сосна будет, я потом уже, ну, формировать ее надо начинать, когда она будет метр 50, уже потом потихоньку, как бы наращивать массу ее, ну, хвою, плотность хвои. Ну, опять же, формировать это ваше, можете снизу шариком сделать, можете вот сейчас ее обрежь и нормально все будет. Ну, сейчас пойдемте. Теневик, там у нас однолетка и двухлетка, уже конкретно то, что мы отсылаем. Итак, друзья, вот мы в теневике, вот она двухлетка, вот однолетка, но однолетку мы еще пока не отправляем, это на следующий год, а вот в этом году мы будем отправлять вот эту вот сосну. Сенец сосны крымской. У нас там написано 10 сантиметров. Вот он, уже 12, тут 13, 14, ну, то есть доходит, ну, 10 сантиметров в среднем будет, но так-то он побольше. Если смотреть тут, вот, тут, конечно, сенцы получше есть. Ну, вот, с почкой, ничего страшного, это желтая, ничего страшного нету, почка, главное, чтобы была, и в зиму сажайте, нормально все выходит.
Даже в Прикопе она нормально себя чувствует. Это я к Сибири, потому что может прийти сосна, к примеру, поздно уже. Ну как, в конце сентября, и если кто-то не осмелится сажать, ну я бы на вашем месте рассадил ее. Поэтому почка хорошая, но ей еще, поверьте, еще 2 недели она наберет очень хорошо. Сейчас, на данный момент, у нас 29 августа, и к 15 сентябрю она наберет. Ну, то есть, вот сосна, вот можно видеть. Это ничего страшного нету, то, что она тут. Это все мы будем отправлять, она там дальше пойдет. Рассаживать тоже будем. То есть, вот эта вся грядка. У нас ее довольно много. Отправляется с деком, почтой, самовывоз. Приезжайте, покупайте. Цена на сайте, все заказы через сайт. Ну, скажи, в каком... А, в 4-летнем, да, ты сказал, на постоянку. Когда ее лучше уже посадить? В каком возрасте? Потому что корень-то у нее какой особенный, чтобы они имели вид? Ну, когда выращиваешь, как бы, у себя в доме, там корень не такой. Это самосевом, когда она ищет воду, и поэтому глубоко корень. Когда вы выкапываете с леса, там корневая, конечно же, намного, ну, она длиннее, и она трудно приживается. Хотя вот те сосны, которые мы снимали там, это все сосны самосевом. И я их взял из леса, как бы, из посадки. Там у нас сосновый бор есть. Хотелось бы съездить вам показать, конечно, побольше. Вот так вот покажи. Вот. Вот. Вот такие сеянцы отправляться будут. Идут они в пучках по 50 штук где-то примерно. Да, выкапываем, упаковываем гидрогель, грунт, там все. А здесь, если можно видеть, однолетка у нас. Вот однолетние сеянцы, чтобы не было, как бы говорят, вопросов, какая она однолетка и что, почему она такая маленькая двухлетка. Ну, двухлетка я тоже не считаю, что маленькая, во-первых. Это 10 сантиметров нормально для нее, так тень. А так однолеточка, на следующий год будем вот эту уже грядку продавать. Ну, для начала нам надо вот с этой грядкой разобраться. Уже довольно много заказано, около 3000. Ну, здесь 1010, я не знаю, там посмотрим. Может, больше здесь. Ну, довольно хороший материал посадочный. Если кто-то хочет вырастить у себя хорошее, красивое дерево, то это подходящий вариант. Не смотрите на название сосна крымская. Это не значит, что она теплолюбивая или какая-то там. Она выживает до 40 градусов спокойно. Главное, рассаживайте, поливайте. Полив, полив и полив. Однозначно. Ну, на этом, уважаемые друзья, все. Обзор сосны крымской, я считаю, закончен. Переходите на сайт, заказывайте. С вами был Евгений Филимонов. И вы были на канале питомника «Хвойный дворик». Всего доброго, удачи!